Привет, рада видеть вас на моем канале. Сегодня я хочу показать вам две моих самых-самых красивых орхидейки, которые я буквально вчера забрала с почты. Я вам говорила, когда пересаживала свои миньки, что бегу за орхидейками на почту, и вот эти вот красотки я как раз забрала. Это две орхидейки, которые, в принципе, в народе мы называем, да, эквестрисами. Но это на самом деле не эквестрисы, это гибриды эквестриса реального. Вот, вот это вот первая орхидеечка. У нас называется Phalaenopsis Rainbow Chip. Это кросс между фаленопсисом эквестрисом и гибридом стюартианы на эквестрис. Безумно-безумно красивая орхидеечка на 9 цветоносов. Ну, конечно, один у нее с точки роста, но ничего страшного. Будем ждать деточек от нее. Безумно красивые цветочки, просто, ну, реально облако цветочков. Вот такие вот небольшие, где-то 4 сантиметра, 3,5-4. Такого вот бело-розового малинового цвета. Они без запаха, но я думаю, для такого облака это не столь важно. Вот очень-очень-очень красивая орхидеечка. И вторая у нас, это тот, который мы больше как бы привыкли видеть на рынке, который мы тоже в народе называем эквестрисом. Но я его на самом деле так и записала, как эквестрис. Вот. Но это variety grass, то есть разновидность grass. Вот именно так его как бы производитель называет, тот, который его выпускает в Голландии. Тоже у него цветонос из точки роста. Но я знала, что покупаю, и из-за того, что цветонос был из точки роста, мне его очень хорошо оценили. Вот поэтому я довольна. Вот это вот покупала у Оли, это продавец из группы «Цветочный дом». У нее всегда очень красивые, безумно и недорогие орхидейки. Вот именно у нее я покупала свой Royal Cascade. Вот такая вот, короче говоря, у меня прелесть есть. А вот эту вот орхидеечку я покупала у Шапкин Курарт. Эта девочка, она ровно продает свои орхидейки тоже. Очень такая приятная, хорошая. И вот только у нее на данном этапе в наличии были вот такие вот орхидейки, в кавычках, эквестрисы, которые просто моментально разобрали. Вот, ну, надеюсь, вам понравилось это видео, понравились мои новиночки. Если да, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и увидите больше видео об орхидейках. Ну все, до новых встреч, пока-пока!